Поступления по линии государственной налоговой службы в бюджет государства увеличились. По информации Минфина, от ГНС поступило 84 миллиарда сомов. План выполнен на 100,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поступления увеличились на 15 миллиардов сомов. А вот от государственной таможенной службы пришло 59 миллиардов сомов. План выполнен на 102,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поступления увеличились на 10 миллиардов 821 миллион сомов. По плану неналоговых доходов было 27 миллиардов сомов, а по факту 50 миллиардов сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, неналоговые доходы увеличились на 15 миллиардов сомов. Доходы по официальным трансфертам с учетом государственных инвестиций составили 5 миллиардов сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, поступления государственных инвестиций уменьшились на 1 миллиард сомов. По предварительным данным Минфина, за прошедшие полгода республиканский бюджет исполнен с профицитом в 30 миллиардов сомов за счет доходов в размере 200 миллиардов сомов. Расходы республиканского бюджета за январь-июнь составили 170 миллиардов 104 миллиона сомов при плане в 171 миллиард 735 миллионов сомов. План выполнен на 99%. Все поступившие заявки от бюджетных учреждений по социально значимым статьям расходов – это заработные платы, отчисления в соцфонд, медикаменты, питание, пособия, стипендии и так далее – были удовлетворены в полном объеме. В этом году за счет республиканского бюджета запланировано строительство и ремонт множества объектов. Это 119 единиц ирригационных сооружений и сетей чистой воды, 384 автодорог и мостов, а также 106 стратегических объектов и объектов силовых структур. Наибольшее количество объектов, которые будут построены и отремонтированы, составляют социальные объекты. В Министерстве финансов рассказали, что часть средств на эти цели уже выделены. Всего на этот год запланировано строительство и ремонт 654 соцобъектов. На эти цели запланировано выделить 9 миллиардов 934 миллиона сомов. За первое полугодие Министерство финансов выделило уже 3 миллиарда сомов. На ремонт и строительство 365 школ предусмотрено 5 миллиардов 887 миллионов сомов. Из них выделено уже 1 миллиард 445 миллионов сомов. На ремонт и строительство 138 детских садов предусмотрен 1 миллиард сомов, из них выделено уже 433 миллиона сомов. На 35 объектов здравоохранения предусмотрено 510 миллионов сомов, на данный момент выделено 148 миллионов. На 84 спортивных и культурных объекта предусмотрен 1 миллиард сомов, выделено уже 362 миллиона сомов. На 32 административных объекта предусмотрено почти 1,5 миллиарда сомов. Выделено уже 706 миллионов сомов. Здесь и строительство, и ремонт, и плюс проектно-сметный документ на подготовку проектно-сметных документов, которые требуются при строительстве. При необходимости, это от доходной части зависит, возможно увеличение сметных назначений. Общественный деятель Бахыт Бакитаев отмечает, что ранее таких показателей по всем экономическим направлениям в стране не было. Увеличение поступлений от налоговой и таможенной служб, а также успехи в других сферах связано с тем, что в стране установился порядок. Общественный деятель также отметил успешную борьбу с коррупцией в Кыргызстане. Все экономические моменты правительство тонко рассчитало, и оно работает. Борьба с коррупцией идет. Там Чебек Кудыршаевич по полной здесь работает, так скажем. Ну и другие все отрасли наши, думаю, работают хорошо. И все это зависит, конечно, от президента, от его настроя, от его воли. Поэтому действительно то, что раньше не было за 30 лет, вот сейчас вот это у нас можно и посмотреть, и цифры посмотреть, и все новые стройки посмотреть. Напомним, что в начале года президент Садыр Джапаров подписал закон о республиканском бюджете. Согласно этому документу, запланированный доход в бюджет будет 378 миллиардов 405 миллионов сомов. Расходы 367 миллиардов 493 миллиона сомов. То есть запланированный профицит республиканского бюджета составит 10 миллиардов 912 миллионов 359 тысяч сомов. Саим Ахмусаев, Пейзат Машрапов, ЛТР. Бишкек.